Пропаганда здорового образа жизни и укрепление братских отношений. Накануне в селе Инхо Гумбетовского района прошел ежегодный турнир по мини-футболу. В спор за победу вступили 6 команд. Их разделили на 2 подгруппы. Лучшие коллективы сошлись в финале. В решающей встрече команда «Караван» с минимальным преимуществом взяла верх над футболистами из Инхо 1-0. Основная цель спортивных состязаний – объединение местной молодежи и укрепление дружеских отношений между выходцами села, проживающими в разных городах республики. Для участников и болельщиков было организовано горячее питание, ароматный плов и чай из самовара. Команда-победитель получила переходящий кубок и денежную премию. Медали соответствующих ступеней достались и остальным призерам.